удобно сидит и легко подгоняется по фигуре. Что у нас есть? Пьем воду из гидратора. Сюда попробовал я пол-литровой емкости поставить, но так с напрягом заходит. Если что, можно запас воды, но как-то поменьше фляжки найти. Есть два кармана впереди быстрого доступа. Здесь наши любимые гели можно разместить в достаточно приличном количестве. И основное отделение, то, что сзади. Здесь, что можно похвалить, гидратор размещен отдельно от отделения. И Camelback славится тем, что у них только, разве что, я не знаю, сонный или совсем слепой человек промажет мимо этой горловины. Легко гидратор наполняется, поставил, закрутил, закрыл, и можно бежать дальше. Здесь еще одно отделение предусмотрено с неким органайзером. То есть тут есть для ключей фиксатор, есть карманчик, куда можно положить какие-то вещи отдельно от всех. И достаточно большое отделение, чтобы разместить там запас одежды, еды. Ну, а запас воды у нас уже есть. Вот такой рюкзачок. Простой, понятный, подходящий по размеру, ну, практически любому бегуну.